Привет всем, продолжаем собирать альбом Панини, посвященный юбилею Человека-паука. Очередные пакетики распакуем. Да, альбом у нас состоит из наклеек и карточек. Очень много карточек, и все они скорее фанатские, да, поскольку на них изображены обложки разных знаковых комиксов, начиная, да, с самого первого, 62-го года, до нынешних времен, 2022-го. Да, юбилею Спайдермена. Вообще классные эти юбилейные альбомы. Что Микки Маус, да, первый, наверное, был юбилейный альбом, который мы видели, потом Дональд Дак был, Бэтмен, в общем, Марвел, и вот теперь у нас Спайдермен, да, юбилею Спайдермена, 60 лет, продолжаем собирать альбом, сложно будет собрать карточки, но на самом деле не очень мне хочется их собирать, поскольку, да, их собрать сложно, дорого, и, по сути, они одинаковые, вот альбом весь собрать было бы классно. С наклейками. Да, тут у нас вся история Спайдермена, тоже знаковые комиксы представлены. Ну, думаю, что вы видели первые три выпуска. О, классно, смотрите, какой у нас специальный стикер. Так, ну давайте посмотрим. Первая карточка, номер 40. Не знаю, была или нет. Да, тут по карточкам понять практически невозможно. Если вы не фанат, не знаете всех комиксов. Да, не было у нас такой карточки, здорово. И это у нас еще одна неповторная карточка пополняет альбом. Так, следующий посмотрим. Главное у нас тут стикеры. Чтобы было мало повторок, номер 147. Это у нас, собственно, комикс. Куда же в истории про комиксы без комикса? 147 номер. Здесь у нас есть такой дополнительный мини-комикс в конце. И мы его там вклеим. Такая вот малюсенькая в итоге наклеечка остается. Так, 147 номер. Тоже не повторка. Ну, наверное... Повторок будет сегодня очень-очень много, тем не менее, посмотрим. Так, снова у нас обложка комикса номер 21 номер. И он у нас, к сожалению, есть. Да, ну вот первая повторка на сегодня. А далее у нас номер 14. Так, номер 14 тоже, к сожалению, повторка. Ну, сложно будет собрать. Так, далее у нас номер F23, это у нас с разворота, очень классно здесь у нас разворот есть у Спайдермена, в отличие от непонятного разворота, который был в Бэтмене. Так, здесь у нас все очень хорошо, 23 номер и такой вот специальный стикер здесь пополняет альбом. Итак, идем дальше, следующий пакетик открываем. Так, в следующем пакетике у нас снова карточка. Это у нас комикс 2018 года, кстати, да, не так давно. И это карточка номер 58. Да, практически в конце не было ее. Здорово. Еще одна карточка пополняет альбом. Так, далее пошли стикеры. Снова у нас обложка комикса номер 94. Так, и это у нас где-то здесь, 94, да, не повторка, супер, еще одна не повторка в итоге у нас выполняет альбом. Номер 94 есть. Так, далее номер 87, тоже не повторка. Так, номер 87 есть. Следующий у нас номер 152. Так, это у нас кадр из комикса. И надеюсь, что он тоже будет неповторный. 152. К сожалению, да, к сожалению, повторка еще одна сегодня. И блестящий стикер с обложкой комикса номер 74. Так, номер 74. И, к сожалению, нет, не к сожалению, вот он, да, не повторка. Так, еще одна не повторка пополняет альбом. Итак, следующий пакетик открываем. Сегодня у нас много будет пакетиков. Так, следующий пакетик. И здесь у нас сразу же карточка номер 32 с 91 года. Смотрим, был ли 32 номер. Карточки у нас пока что идут очень неплохо, да, повторок нет, и вот он, да, тоже не повторка, 32 номер. Далее смотрим, так, тут специальный стикер у нас один будет, тут у нас Капитан Америка номер 56,
сразу же попадается. 56-й номер Капитан Америка. И, к сожалению, еще одна повторка. Далее у нас кадры с комикса 157-й. Так, 157-й. И не повторка. Супер. Так, еще одна наклейка пополняет альбом. Так, не повторка. Далее вот такой вот классный специальный стикер. Номер 29. Вот так вот его надо вклеивать. Так, 29-й номер. И тоже не повторка. Так, есть. Так, следующая у нас часть большой наклейки, номер 100. Так, номер 100. И это у нас нет, не разворот. Дальше, вот он, да, 100-й номер. Тоже не было у нас еще. Ну что ж, пока что очень неплохо пополняется альбом. И номер 100 тоже есть. Так, следующий пакетик. Посмотрим. Так, очередная карточка, номер 12. Так, номер 12, и не было его, класс. Карточки очень классно попадаются, да, без повторок. Еще одна вот очередная, тоже не повторка. Итак, номер 135. Тут у нас Spider-Man Morales. Так, 135-й номер. Так, тоже не повторка. Ну, пока что все идет очень неплохо. Так, следующий у нас номер 61. Так, 61 номер. И здесь, к сожалению, да, к сожалению, повторка. Так, снова кадр из комикса. Это у нас номер 35. И тоже не повторка, да. 86 года комикс, номер 280. Amazing Spider-Man. 35-й номер пополняет альбом. Так, ну и следующий стикер, номер 141. Пополняется неплохо наш альбом. Да, еще одна неповторка. Так, тоже есть. Так, открываем следующий у нас пакетик. Так, карточка, по-моему, такой не было. Amazing Spider-Man номер 1, но это какой-то новый, да, 2014 года. Переиздание, наверное, и это карточка номер 54. Да, тоже ее не было, здорово. Так, следующий у нас кадр из комикса номер 8, какого-то одного из первых, если не первого самого комикса. Да, номер 8. Нет, у нас 15-й. Комикс 62 года. Тоже не повторка. Так, наш зеленый гоблин. Номер 159. Это у нас комикса кадр, который уже прилагается у нас к альбому. И он, к сожалению, это наклейка повторка. Так, снова у нас кадр с комикса Spider-Man Unlimited. Номер 82. Так, номер 82. И это повторка. Так, далее у нас номер 101. Так, разворот. Так, есть у нас номер 101. Так, пополняет альбом. И переходим к следующему пакетику. Так. Карточка. Снова неповторно. Номер 11, 1970 года. Комикс. Номер 11, 10. Есть. А, к сожалению, повторка. Да, ну вот, первая повторная карточка у нас сегодня. Ну, куда деться? Без повторок никуда. Следующая у нас наклейка номер F15. Это разворот. Так, F15 это разворот. Нет, это у нас большой плакат, да. Где у нас все спайдермены представлены, кого только нет. Самые разные. Так, F15. Так,
красивенько вклеить. Да, есть. Итак, продолжаем. Следующий у нас номер 41. И повторка. Так, затем следующий у нас номер 64. Так, 64 номер есть. Это у нас 1984 года обложка комикса. Очень много обложек, да, комиксов в этом альбоме. Так, номер 136. Так, номер 136. И не повторка. Да, это у нас Моралес, Спайдермен, 136-й. Неплохо собирается. Не повторка. Итак, еще у нас много пакетиков на сегодня. Открываем. Карточка, смотрим. Вау, такое я не помню. Да, номер 2019 года. Это у нас 59-я карточка. Да, ну тут уже у нас какие-то современные мотивы пошли, да, 2059-я, предпоследняя карточка, интересно, какой у нас год на 60-й карточке. Так, специальный стикер сразу же есть, номер F7, это у нас разворот, или плакат, да, нет, это у нас разворот, вот он, последний, да, F7, которого не было у нас в этом развороте, и тоже он пополняет альбом. Так, по-моему, повторка наклеек. Мне кажется, видел я ее уже. Номер 26. Так, 26 номер. Да, к сожалению, повторка. Далее у нас Amazing Spider-Man. Снова обложка комикса. Номер 127. Так, 127 и не было такое, да. 60 лет во вселенной Спайдермена называется раздел. Еще одна наклейка его пополняет. Следующий альбом номер 140. Майлз Моралес. Еще одна неповторка. Что тоже неплохо. Итак, следующий пакетик открываем. Сразу же у нас тут блестящий стикер. Так, вот два блестящих стикера. Вау. Итак, карточка. Начнем с нее. Номер 31, 1990 года. И смотрим по номеру. Здесь легче понять. 29, 30, 32. Да, не было. 31, супер. Еще одна карточка есть. Так, такого у нас специального стикера я не помню. Номер 32. Так, двойной специальный стикер, похоже. Да, номер 32. Пополняет тоже альбом. Далее еще один специальный стикер. Номер F23. Какой-то у нас тут трансформер Spider-Man. Но, к сожалению, да, была уже эта наклейка. Далее кадры из комикса. Номер 161. И не было тоже такого кадра. Здорово. Еще одна наклейка пополняет альбом. Так, следующий у нас стикер 107. Так, номер 107. И это тоже не повторка. Здорово. Да, вот так вот вертикально она вклеивается. 107 номер есть. Итак, продолжаем. Следующий открываем пакетик. Так, по-моему, не было такого, чтобы он под водой был. Финальная глава называется. Номер 66-го года. Комикс, 33-й номер. Седьмая карточка. Не помню я такой. Да, не было такой. Так, ну и вот теперь она тоже есть у нас в коллекции. Итак, смотрим. Доктор Октопус наш, 48-й номер. Так, женится на ком-то. Итак, 48-й номер. И это не повторка. Это у нас 74-го года. Комикс. Так, тоже есть. Так, по-моему, такая была у нас. 132-й номер. Тоже из комикса кадр. Так, сейчас посмотрим, была или нет. 132-й номер. Нет, не из комикса кадр. Так, да, вот он. К сожалению, повторка.
Далее у нас черный Человек-паук. Номер F17. Это разворот. Так, F17 у нас... Это где все спайдермены. F16, F17. Да, к сожалению, тоже уже был. Ну и следующий стикер у нас номер 38. Так, 38 номер. Marvel рыцари называется раздел. И тоже есть. Ну что ж, последний пакетик на сегодня. Так, посмотрим, кто нам в нем попадется. Итак, снова карточка. И карточка номер 30. Так, посмотрим, была ли 30-я карточка у нас. Да, была, к сожалению. Да, вторая карточка на сегодня повторная. Так, ну, тем не менее, уже очень много у нас карточек. Может, все-таки все их и соберем. Вау, вот такой вот классный специальный стикер номер F24. Это у нас разворот. И не было тоже этой наклейки. Здорово. Так. Какой-то у нас тут космический Спайдермен. Робот тоже пополняет альбом. Следующий номер 91-й. Так, был ли он тут у нас? 91 номер. Не было. Здорово. Снова обложка комикса. 91 номер. Так, следующий у нас тоже обложка. Номер 9. Одна из первых. Так, номер 9. И это, к сожалению, повторка. Ну и последняя наклейка на сегодня, 142 номер. Так, посмотрим, 142 номер, был или нет. 142 не было. Да, это у нас последний стикер на сегодня. И тоже он пополняет альбом. Ну что ж, сколько у нас в итоге сегодня повторок? Две повторных карточки и 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 наклеек. Ну что ж, неплохо для 4-го выпуска. Продолжим собирать альбом юбилейный Спайдермена. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем спасибо. Пока-пока.